Кто вы такой? Сережа Рэмпейдж. А, Рэмпейдж. Тот самый бустер. Как я сразу не догадался. Ну, вы не догадались, а прочитали в резюме. Давний зритель Никса. Здесь говорится, что вы были самым одаренным диванным экспертом. Ну, на самом деле, меня так просто сам чат назвал. Мистер, сколько у вас часов в доте? 3500. А через сколько часов вы апнули Титана? Через 100. А когда вы начали пилить гайды на YouTube о том, как поднять ММР на любом герое? Ну, 500 часов. И вы не считаете, что это делает вас жестким игроком по типу Сатаника? Ну, Сатаник начал играть в прокоманде, когда ему было 16. Я Тора взял, когда ему было 18 лет. По сравнению с этим, я маленький бустерок. Боже, чел, ты серьезно? А вы думаете, я рофлю? Как будто это немного приукрасил. А что, типа, никогда такого не было, и вот опять, мистер... Гарри Пуджер, главный в этой бустинг-компании. Ладно, мистер Рэмпейдж, продолжим. Почему вы хотите работать в моей бустинг-фирме? Да, в общем, не особо. Ты чё, не хочешь заработать? Ну, я такой, для души играю. А вы в курсе, что можете заработать кучу бабла и купить себе, например, пару энергетиков? И даже на доширак хватит, может быть. Да знаешь, я бы лучше пивка бахнул. Правда? Кажется, вы только что установили мировой рекорд. Это самое короткое собеседование в истории бустинга. Ну, кенты говорили, что я такой немного с приветом, но как игрок более-менее норм. Более-менее норм? А знаете, скольким людям я отказал? Естественно, ведь есть типы гораздо хуже тебя. Чисто между нами, потому что вы мне понравились. На прошлой неделе я отказал челу, который является топ-5 на бруде. И он играет лучше некоторых прошников. Я не играю на бруде. Чё? Я не играю на таких героях. И как вы собирались бустить аккаунты моих клиентов, если вы совершенно не играете на этих героях? Зато я прекрасно бущу с помощью багов. Патруль. Я люблю искать баги. Вот, например, на АПЛ с Ворлоком нашел. И, кстати, я первый, кто нашел 10 багов с этими аспектами. И меня даже патруль не парит, когда я их юзаю. Патруль! Ради всего святого. Это точно рофл. Я понимаю, вы мне не верите. Гарри Пуджер. Счастливого пути до бана, Сережа Рэмпа. Мидас. Патруль на месте. Это мой главный секрет. Я нашел его в начале патча и рассказал всего лишь нескольким друзьям. Я апнул очень много ММР. И как он работает? Сначала ты покупаешь Мидас и используешь его на любого крипа. Покупаешь новый и потом продаешь его и юзаешь снова. Ну, пока это работает, и вольвам похуй. Это можно использовать... И не бояться, что аккаунт отлетит. За это не забанят, потому что как бы полулегально, и обе команды могут это использовать. Поэтому с апом ММР проблем не будет, Гарри Пуджер. Хорошо. Беру вас на полную ставку и буду платить пивом. Заебись. Будем спамить плаки-плаки в чате. Если тебе понравилось новое видео, то поставь лайк, подпишись на канал, перейди на Twitch и в Telegram. Всем ББ, спасибо.